когда мы уходим, Симба вот так вот сидит, нас провожает. Да, малыш? Симба, Симба, Сёна. Ну что, мы пришли в Мегу. Здесь шумно. Посмотрите, сколько народу. Мы сидим в кафе такси. Слышно? Я постелила салфетки. Можешь маску брать. Зашли в супермаркет, купили продуктов. Это у нас листья салата, ватные диски, вантус для мытья посуды. Это у нас ватные палочки для Сабинки влажные, молоко. Чаю. Вот такой вот пирог. Мы его пробовали. Очень вкусный. Иногда берем вот такую лапшучку. Фитнес. Хлеб вкусный. Помидорчики. Сахар. И капуста. Доброе утро всем! Сегодня воскресенье, 13 февраля. На улице идет снег. Ой, свежий воздух. Ой, как круто. Буранит прям. Печку топят. Тут у нас спагетти отвариваются. Ошкитон, пошкитон, ошкитон, тамошкитон, пошкитон, мошкитон, пошкитон, тамошкитон.
Кто это у нас там? А? Хорошо устроился? Ой, малыш, выходи оттуда. Выходи. Сима! Доброе утро. Я съездила в поликлинику. Будем завтракать. Вот такой вот завтрак у нас. Помидорчики забыла, ладно. Ну что, приятного аппетита. Всем привет. Симбочка прибежал ко мне, отдыхает. Сабиночка поехала в школу. Я помыла посуду, пропылесосила, закинула видео в Инстаграм. Нужно еще смонтировать влог, тоже закинуть в Инстаграм, на YouTube канал. Вот. Симбочку. Шлотки, 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 шлотки. Готовила ужин. Сабина едет из школы. Я пока буду кушать. Проголодалась.